Канал Таежный обитель приветствует вас. Всех поздравляю с Днем России. Жители Зеи поздравляю с Днем города Зеи. И поздравляю свою внучку Асю. Сегодня ей 15 лет. Я прошел вот здесь, в черте города. Это у нас тут буквально. Я нахожусь. Дом культуры «Энергетик». И я набрал для Аси вот такой букетик цветов. Я ее поздравляю с 15-летием. Желаю ей всего самого хорошего. Ирисы, вот желтые лилии такие. Нынче не шибко много цветов. И обычно я тут нахожу еще аленький цветок. Это лилия узколистная, низкорослая. Она очень красивая. И я всегда ей дарю. Когда родилась внучка Ася 15 лет назад, и мама приехала с Зеи в Бамнак, я целый месяц носил каждый день какой-нибудь новый цветочек. Вот в Бамнаке я нашел разных 30 цветов. Даже на мху есть мох, цветет красиво так. Даже такой я ей приносил. Каждый год, когда я бываю здесь на день рождения, а я практически все время бываю, я ей обязательно дарю букет. И вот сегодня я ей тоже принесу букет и порадую ее. Пусть она растет такой же, как сейчас, умницей, красавицей. Она нас нынче тоже порадовала. Она вошла в число лучших учеников города. И ей вручили грамоту. Поэтому мне охота ее тоже порадовать. Ну, а всех моих подписчиков, всех моих зрителей поздравляю с Днем России, нашей любимой Родины, красивой, замечательной, нежной. Ну, эпитетов не хватит. Даже у меня такого языкастого. Жителей города Зеи поздравляю с Днем города. Вот на сегодня все. Еще раз всем желаю удачи, радости, любви, красоты, здоровья, творчества, гармонии с самим собой, с окружающим миром. А Асеньку свою я целую, моя дорогуша. Всего тебе самого-самого-самого. Пока-пока.